Ну вот, едем в Бохум посмотреть на замечательный осенний парк. В 2021 году город Бохум отметит свой 700-й день рождения. Это крупный промышленный центр, главные достопримечательности и культурные памятники которого связаны именно с тематикой индустриализации. Об истории расцвета города вам расскажет промышленный музей Вестфалии, на территории которого находится 8 крупных заводов. Но мы идем в парк посмотреть на осенний Бохум. В городе много необычных достопримечательностей. У любителей прогулок по живописным местам популярен насыщенный невероятно красивыми красками, особенно осенью, парк, по которому прогуляться пожелал бы каждый.